хотел показать, какой мы сделали экран. Вот какой материал для этого мы использовали. Ну, во-первых, вот здесь все на металл мы затратили 5500. То есть здесь идет три вида трубы. Самая большая 75-я, 57-я. Вот. И вот эта вот 40-ка. 75-я труба сделали стакан. Наварили там кусок швеллера. Вот, вставили карданчик. Заварили одно направление, чтобы он только наклон делал, чтобы не заваливалась стрела. Снизу сделали 1,5 на 1,5 из 45-го уголка. Вот такое вот основание. Также поставили стакан, заварили. И из 75-й трубы и 57-я в него заходит. Это для транспортировки. Вот, еще сделали на болты раскосы на восьмерочку, просверлили. Вот, низ также будем делать, пока временно заварили. Вот, просто уже времени надо работать, много времени занимает сборка этого крана. Вот здесь также будем болтами, то есть у нас вот эта труба, кусок трубы служит как усиление, вот эта 57-я труба. То есть также потом будем просверливать для того, чтобы разбирать вот эти стрелы. То есть 3 метра одна, 3 метра вторая. Вот здесь идет профильная труба. 40 на 20, самая обычная. Это у нас просто оставался кусок. Мы его использовали. И восьмерочка арматура. 6-метровый хлыст. Целиковый. Для усиления. С одной стороны сделали крюк, чтобы цеплять. Вот. С другой стороны поднимать. Вот, еще доработаем небольшую, сделаем. Потом покажу доработочку. Хотим сделать противовес. Где-то в это место повесить блок. Чтобы проще было поднимать. Чтобы не 30 килограмм, а где-то в два раза меньше, чтобы была нагрузка. Вот пока так поднимаем. Вот мы на весь ряд закидывали уже с помощью этого крана. Потом покажу, как он в работе. Сделаю отдельное видео, когда сделаем доработочку вот этого противовеса, потому что, конечно, тяжеловато поднимать. Вот единственное еще неудобство какие. То, что вот эта стрела, когда поднимаешь, в некоторых местах упирается в стену, поэтому нужно искать, где проемы, чтобы производить этот... Ну, чтобы поднимать эту стрелу, точнее опускать. Вот такие маленькие неудобства. Но быстро, в отличие от лебедки электрической. То есть поднимается на раз-два. Вот эти идут у нас по 1,5 метра, здесь тоже по 1,5. Вот эти, ну, соответственно, сколько диагональ составляет. От 2 метров чуть-чуть отрезали, может, 1,80 м. А, нет, у нас получилось 2 метра ровно. Что я еще не сказал. Подъем у нас здесь 2,50. Вот, но лучше сделать чуть больше. Мы вот отрезали метр вот как раз сюда. То есть у нас 3,50 была высота. Вот. Решили вот эту часть просто дополнительно усилить. Вот, поэтому высота у нас чуть меньше стала. А так вот сейчас вот уже делаем, то есть идеально 3 метра. 3 метра прямо туда. Вот это основной подъем. То прямо идеально для поднятия.
Хотя, в принципе, и 2,50 тоже неплохо. Просто приходится ниже опускать, чтобы поднять блоки. Ну, на эту сторону зажим будем цеплять. Там уже приспособили крючок. Вот, сделаю отдельное видео, покажу, как это работает. Вот такой кран. Все, что хотел показать.